Здорово, пацаны, продолжаем снимать обзоры, найду напитки и спортивное питание. Нахожусь на отдыхе в городе Подольск, и приятель, покажу вот эту природу, тут все. По лесу бегаем, гуляем, все дела. Собственно, сейчас хочу вам снять такой не очень хороший обзор, некачественно на молочко. Очень душевно, я его не видел очень давно, от новой деревни, шоколадное молоко. Вот. Так, дайте мне камеру, пожалуйста, сейчас посмотрим. Смотрите. Вот такая вот. Молоко на его деревню шоколадное молочное, это 2,5%. Стоит он сотку, да, по-моему? 101. 101. Соточку, да. Вот, Нальчикинский молочный комбинат. Коктейль молочный, пастеризованный шоколадный, новая деревня. Масса дружир 2,5%. Очень вкусный, но, наверное, вредный. Давайте посмотрим. Состав: цельное молоко, молоко обезжиренное, сахар, какао-порошок, стабилизаторы. Вот. А по белкам, жирам, углеводам, значит, жира 2,5 грамм на 100 грамм. Ну, сразу умножаем на 10, получается 25 грамм жира в этой бутылочке, 28 грамм белка, в общем-то нормально. Вот, и 127 углей. 850 килокалорий, собственно, вот здесь. Калорийный, но весьма неплохой, белок здесь есть. Изготовитель — Нальчикинский молочный комбинат, вот, в городе Нальчики. nmkmilk.ru, вот, новая деревня. Да, секунду. Касаемо даты, в общем-то, всего 2 недели хранится, это хорошо. Надо, пожалуйста, вот. Что хотите сказать? Ну, в отличие от большинства других всяких молочных напитков, здесь честно литр, так и написано, не 975, а ну, конкретно литр. Душевно. Ну что ж, я его, как уже говорил, пил, мне очень нравился. И сейчас на природе будет было неприятно. Очень вкусный молочный коктейль. Если сравнивать с чудо, например, молочный, на чудо хранится очень долго, это всего 2 недели. То есть состав у этого лучше, и вкус более-менее отдает молоко. И по запаху прям чувствуется, и по вкусу. Очень неплохо. Давайте продолжим обзор на мосту. Продолжаем, пойдем. Распивается на природе очень хорошо. Александр, скажите, где мы идем? Вот, расскажите. Деревня Лемешово, Подольский район. Кладбище, да? Недалеко здесь, да, есть. Не будет. Природа, уже лето заканчивается, последние деньки теплые, как говорят. И должен сказать, что вот это молочко заходит отлично. Веселый мост, да? Да. Местный абориген, так сказать. Плебеи? Да. Понял. Ну, я думаю, здесь можно посмотреть, да. Весьма неплохо. А теперь по существу, ребята. Калорийный, да. 850 калорий в литре. Есть жиры и сахар. Ну, в принципе, есть белок, 28 грамм белка, неплохо. Молоко, оно всегда жирное, калорийное. Вот. 2 недели всего хранится, значит, химии не так много, как в том же чудо. Пить можно, не часто, но можно. Если вы не сушитесь, а набираете массу, либо просто обычный человек. Реально очень вкусный, отдает прям молоком. Говорю, в сравнении с чудо и другими такими химозами, коктейлями, он реально напоминает вкус молока с шоколадом. И вот я давно его не видел в Москве, но иногда где-то его можно встретить, очень вкусный, 100 рублей, денег он полностью стоит. Вот. А вот мы сейчас плебей проверим. Передумал. Вот. Ну а мы увидимся в следующих обзорах, до новых встреч. Пацаны, бонус. Попил молочка, природа, пробежали кроссик, но чего-то не хватает. Смотрите, что я обнаружил. Опа. Ай, толстенькая. Ну, в принципе, ничего так. Зарядила энергия молочко? Да, весьма неплохо. Вот, так что, ребята, пейте молоко и будете здоровыми. До новых встреч!